Всем здравствуйте, ребята! С вами снова канал «Владелец аквариума», я Дима. Сегодня будем доставать лаву, которую я накидал в аквариум, обратно, к сожалению. Но это ненадолго, я буду составлять какую-то композицию. Вот. Включим свет для начала. Всем привет! Итак, что нам для этого понадобится? Тазик и мои руки. Все, будем доставать потихоньку эту всю лаву. А потом я немножко просушу и буду пробовать какую-то композицию составить. Кому интересно, смотрите, как я буду ее доставать. За реакцией рыбок можно понаблюдать. Так, светильники сдвинем. Сейчас уровень воды упадет конкретно, когда подостаю все булыжники. О, самый большой. К лаве уже начала речия прирастать. Она везде прирастет. Дайте ей только волю. Кстати, не знаю, наверное, мне вот этой коряги не хватит, когда я разберу. Нужно будет докупать какие-то коряшки для создания композиции покрасивше. Но это будет видно уже в процессе, когда я хоть что-то уже буду понимать, что же это будет. Ну, кстати, я убрал с водозаборной трубки большую губку. У меня там большая квадратная губка стояла. И я ее убрал, поставил эту решетку стандартную. Пусть будет так. Что у меня получалось, губка, ну, выполняла роль основного фильтра. Я даже один раз разбирал мой внешний фильтр после установки. Там все губки чистые, все чисто, просто через него течет вода, а в этом фильтре задерживается. Сделаем все наоборот. Пусть будет все в фильтре внутри, пусть там заселяются бактерии, там есть керамика. Вот. Лучше я его чаще буду открывать, чистить, чем вот эта губка, которая занимает пол аквариума. Не тот объем, чтобы его занимать всякими приспособлениями. Так. Скорее всего, если придумаю какую-то композицию, то буду склеивать на силикон, соответственно. Насмотрелся уже на просторах, что так делают класкейперы. Вот, я попробую тоже так сделать. Так. Вот он, последний камешек, коряшка, ну пускай лежит там, он ему пригодится. Так, кстати, смотрите, сейчас я вам покажу. Так. Вот мой любимый мох, который на задней стенке прирос, отлично. Вот он сбоку прирастает. Отлично, эту стенку, значит, тоже чистить не буду, пусть тут зарастет. Я размещал также пучок сзади, вот на стене, ну, пока он там нигде не зацепился. Но это поправимо, я возьму, может быть, вот эту коряшку, на ней есть этот мох, приложу к стенке, к задней, пусть он там растет, плетется. Хотя, вон там за фильтром есть, да, есть вон веточка, и эта веточка на стекле. Значит, и там будет разрастаться. Пусть растет. Отлично. Итак. Лава изъята. Ой, прошу прощения. Аквариум немножко опустел. Буцефаландры ждут своего часа. И коряга, когда я ее буду разбирать. Пока ставим на паузу.
пока наша лава будет сохнуть, стекать с нее вода, я вот нашел кусочек, отвалился, мы его применим в маленький 5-литровый аквариум. Скажем так, добавим и еще там нотку такую, хотя, наверное, может быть, вот сюда. Нет. Наверное, пусть вот так будет. О! Красиво видно пористую структуру маленького камешка. Отлично. Вот. Класс. Так, поехали дальше. Хотел уже было достать корягу, разобрать, ну, начинать разбирать ее, но стоп. Сначала все-таки нужно будет композицию из камешков какую-то составить. Камешки, вот они. Вот такое количество, вот такие камни, ну вот, не знаю, вот рука, так, чтобы габариты какие-то видны были. Вот из них буду что-то придумывать. Так. Ну все, пока снова выключаюсь. Включимся уже, когда будет происходить процесс подбора композиции. А тем временем главный наблюдатель спит. А, хотя нет, не спит. Следит потихонечку. Эй! Сходил в магазин, взял пару коробочек. Из них сделаю макет аквариума, чтобы составлять композицию. И также купил универсальный силиконовый прозрачный герметик. Я думаю, его будет достаточно, если нужно будет склеить камни. Вот, пока так. Итак, путем недолгих манипуляций с ножом, рулеткой и скотчем был собран вот такой макет аквариума. Высота 400, ширина 300. Глубина, вернее, 300, ширина 600 мм. Вот здесь и будем собирать композицию. Ну что, начнем? В общем, пока что в голову приходит только такой вариант. Хочется какой-то остров посередине. Ну, наверное, многовато камней. Но я собираюсь их все запихнуть туда. Быть может, нужно убрать вот этот камень. И как-то это будет смотреться получше. Сделать два островка, тут разместить буцефаландры и тут. Посмотрим, будем дальше думать.
Короче говоря, решил я разбирать корягу. Сейчас потихоньку буду доставать ее, разбирать, убирать с нее буцефаландры. Вот. А вы понаблюдайте за этим. Вот такой букет вырос. Сейчас будем разбирать ее потихонечку. Короче, сейчас пилю вот эту корягу, поотрезал с нее всякие мелкие корешки, буду их применять там где-то в дизайне, приклеивать, возможно. И пытаюсь отделить вот этот кусок от вот этого. Сейчас я покажу. Вот тут, ну, красивая эта коряга получается. Вот эту часть верхнюю я оставлю. Тоже буду использовать. Да, эту, в принципе, может, не буду выкидывать. Посмотрим, может, куда изгодится. Но, ребята, это капец. Пилить ножовкой по металлу мокрое дерево. Фу, это еще то дело. В общем, буду продолжать.